Вот здесь нужно постараться и написать что-то такое жалостливое, что папа прочитал и прослезился, и тогда точно купит. Угу, да. Папа, твой ход. Да ведь не сейчас, я занят. Ну, папа, мы играем же. Не-не-не, Давид, я занят, не трожь меня сейчас. Ну, пожалуйста, пап. Что там, говори. Какими я играю? Ноликами. Ноликами, ну, допустим, вот сюда. Папа, все, я выиграл. Выиграл, да. Слушай, а на чем это вообще? Что это такое? Какие-то документы, Давид. Нельзя здесь писать. Артур, принеси, пожалуйста, листик. Да пусть Давид принесет, я сейчас не могу. А я не знаю, где этот листик. Ну это точно видно, что не знаешь. Берешь какие-то документы. Я принесу. Отсюда листик можно вырвать, что это? Понедельник. Папа до сих пор не понимает, что наши школьные обеды уже подорожали, и мне сегодня не хватило на обед. Что это такое? Артура дневник? Где он описывает свою жизнь? Какие-то мысли его? Уж интересно почитать. Сейчас только дверь закрою. Папа стал уже совсем другим. Он постоянно занят. Папа, где листик? Ребят, не сейчас, я занят. Ну, в смысле, не занят, а скоро приду. Что такое? Он что, замок закрыл? Угу. И я так скучаю по тем временам, когда мы проводили время вместе постоянно. Постоянно вместе. Папа, открой дверь, мне нужно зайти и кое-что взять. Ребят, секундочку, мне нужно побыть одному. Но в смысле не одному, с вами мне тоже приятно побыть, но подождите. Подождите, сейчас я еще чуть-чуть. Он замок закрыл. Это, иди принеси ложку. Хорошо. Но больше всего я вспоминаю вечера, когда я, Давид и папа играли вместе Fortnite за одну команду. Что он там делает? А? Давай только тихо. Он читает мой дневник. А что, у тебя там плохие оценки? Да нет, это мой личный дневник. Отличный? Это личный дневник, там, где я пишу о своей жизни, что там произошло. А папа сейчас его читает. Я и правда сейчас очень мало времени провожу с детьми. Но это нужно исправить. Он сейчас идти будет. Артур, Давид! Все, быстрее побежали. Давид. Папа, где листик? Слушай, листик потом. Я тут подумал, мы что-то давно с вами не играли вместе за одну команду Fortnite, да? Ну так ты же все время занят. Ну так вот я специально сейчас оставил все свои дела, чтобы мы поиграли. Хотите? Да, давай, хотим. Кто на чем? Ну я на приставке. Я на компьютере? Да, а я буду на телефоне. Все, договорились. Давайте. Ну, в какой режим играем? Ну, давайте отряды и режим скольжения. Ну, давай. Что-то новенькое, я такое еще не играл. Да, я тоже. Пап, нажимай готов. Готов, да, вот здесь вот все? Да. А что там у вас, школьные обеды подорожали в школе?
Я вообще-то об этом тебе несколько раз говорил. Но что-то не помнишь, чтобы ты мне такое говорил. Ну, конечно, ты всегда занят. Всегда мимо ушей это все пролетает. Ну, так знай, все, я теперь в курсе. Я теперь чуть-чуть буду больше денег давать, правильно, чтобы тебе хватало на обеды все. Хорошо. Пап, а чего ты такой сегодня добрый? Да просто решил как-то больше внимания и вам уделять. А, ну супер. Летим мы в приятный парк. Да, вижу метку твою. Эта вещь, дневник. Я вообще стал писать его для себя, но когда папа начал это все выполнять, то, что там записано, стало вообще круто. Угу. Поэтому давай что-то там еще нужно дописать. Давид, это, принеси ручку. Хорошо. Что бы еще туда такого дописать? На. Угу. О, вот так вот напишу. Грусть одолевает меня из-за того, что мы каждую субботу всей семьей не ходим в парк развлечений. Вот это он точно выполнит. Давай запишем. Да. Все, готово. О, а давай напишем, что я хочу бонсет. А, ну хорошо, сейчас я придумаю, как это, пожалуйста, левее записать, чтобы папа это точно сделал. Придумал. Недавно я стал замечать, что Давид по утрам плачет в подушку из-за того, что у него нет нового планшета. Класс! Мне так его жалко, потому что старый планшет у него с треснутым экраном. Давай так и запишем. Все, записал. Ой, а давай про собаку запишем. Собака – это хорошая идея. Папа уже много лет не соглашается на собаку. Ага. Вот здесь нужно постараться и написать что-то такое жалостливое, что папа прочитал и прослезился. И тогда точно купит. Угу, да. Собака – это друг человека. Она никогда не предаст. Но когда ты ее не выведешь в 5 утра, то она сделает тебе мокрые тапочки. Это что вы обсуждаете? Ну дай посмотрю. Нет, нельзя читать. Нет, нельзя. Постойте. Нельзя. Вот оно что. Но вы хитрые, вы, оказывается, записываете в дневник то, что бы хотели получить. Да, записываем, потому что если тебе просто так говорить, то ты не слушаешь нас, потому что ты всегда занят. Угу. Ребят, давайте договоримся так, вы же уже взрослые, не надо ничего писать в дневник. Вот если вам что-то нужно, если чего-то не хватает, то подойдите и скажите. Вот просто напрямую подойдите, скажите, и все решим. Точно? И ты послушаешь нас? Конечно, послушаю, обсудим, там какое-то решение примем. Так, все будет классно. А, так у нас уже есть просьбы. Вот Давиду нужен новый планшет, а я хочу, чтобы мы каждую субботу ходили в парк развлечений. Да. Папа! Да, ребят, извините, задумался там о своем. Не услышал, что вы мне говорили? Давай повторю. Я хочу, чтобы мы каждую субботу ходили в парк развлечений, а Давиду нужен новый планшет. Давайте сейчас не об этом. Нет, подожди. Давайте позже, я занят нет, сейчас. Ищу собаку или кошечку. Нет, все, ребят, папа, все, Папа. Опять начинается. Если хочешь, чтобы твои желания всегда исполнялись, и напиши в комментариях, что бы ты такого крутого себе хотел.
on me. Car bumping on the dashboard, I've been ballin'. Free my lady, sing, coming down, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right. Got the backpacks written on me. Go running from the po-po, and it's on me. Don't know which way we're going now, I don't wanna know it. Might as well be going.